Всем привет, и следующие пару видео будут самыми искренними и самыми дорогими для меня, так как эти видео будут из России, из моего дома в Сибири, в котором я не была уже 8 месяцев, поэтому, да, все эти видео, где я просто безумно счастлива. Знаешь, радость — это хлопья с молоком. Пробуй, я угощаю. Тут до края света 5 минут пешком. Ну а мы-то летаем. В облаках никто не сможет разглядеть наши белые кеды. А мы там, где прямо каждый день можно спать до обеда. А знаешь, все мечты такие сладкие на вкус и цвет. И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ. Итак, девочки, куда мы едем? На озеро. Видишь, я чечь. Злат, ты рада? Да, я очень рада. Коля, ты рад, что мы едем на озеро? Собственно говоря, давайте с ним началась. Что, Тань, ты рада? Ничего не видно, правда? Ну, досадно? Досадно. Коротко о ночевке на озере с ребятками. Вот это денежки на проезд. Вот там вот пакет, который только что упал отсюда, это палатка, это вещи, это пакет с едой, это пакет с теплыми вещами, это пакет с теплыми вещами, это еще вещи. Короче, вот это два пакета с едой, а вон там автобус! Но это, по-моему, не наш. Это не наш, не наш. Жалко, конечно, что не наш, потому что мы устали. А вон там Алена стоит с Валентиной Михайловной. Вон там. Они обнимаются, и у них все хорошо. Да, я кайф. Ну и напомню про вещи, как бы. Про сумки, про палатку и про Алену! Как дела? Хорошо, мы сейчас не влезем. Жесть, конечно. У тебя слишком бицуха мощная. Так, нормально. Давай, собачка, наш друг. Ой, аккуратно. Я реально. Вот, смотрите, тут у меня все это. Ища. Да. А это наш оператор. Тоже лежит, тоже что-то собирает. И у меня телефон вибрирует. Короче, это такая жесть, вот наша палатка разобрана. Мы нифига не шарим. Я вот собрала вот эту палочку. Ну, короче, слушай, что? Оп! Иди, пока тебе глаз не выйдет. Стой, давай, вставим. Ну, короче, мы пытаемся разобраться. По идее, должна быть уже что-то вот такое. А я могу ну, сказать или... радостную новость? Нет, что-то вот такое. Ничего не говорим, просто приехали на озеро, и это уже круто! Сила у девочек дать мне выпить. Короче, вот мы инженеры, капец. Злата говорит, я одна тут по профессии. Да. Злата говорит, я одна тут по профессии пришла. Это мы тебя свяжем сегодня ночью. Тусим, тусим на Русе. Алена, скажи, что ты чувствуешь? Инженерский факультет. Вот я говорю, мы все тут это. Ты знаешь, что СФУ сейчас всех переселяют в старые общаги? Да. Тебе тоже? Да. Не факт. 100 мест выделили первокурсникам. Таня вон там стоит. Смотри, третья вот сюда, Таня. Давай сюда, Таня. Я ее приближу, но она засвечивается. Таня. А куда ее оставлять? В общем, на самом деле, если мы попадем в лес,
то в принципе... Первые 5 минут. Нет. Мы проживем, наверное, сутки. Кстати, мы тут это... Вот это от палатки. Это Аленин спальник. Уголь. Здесь еда, которую я скоро буду есть. Там всякие овощи и сок. Мои вещи. Танины вещи. Допитая уже бутылка, хотя мы брали ее на весь день. В общем, процесс идет полным ходом. Ёлы-палы. Приехал Коленька. Мы собрали палатку. Нам помог мужчина. Хороший мужчина. Молодец он. Палатка. Жух. Тут вообще такая красота, не могу. Думаю, камера не оценила того, что ты прыгнула. Стелим и не будем в обуви заходить. Да, зато свиноту, блин. Свинот. Вот мы взяли, короче, дровишки, мангальчик, искупались. Коль, где солнышко? Вот. Ну, нам весело. Да. А где ваш сидит, режет салатик. Я не знаю, где твоя футболка. Да, Коленька сходил, купил жидкость для розжига. Тюх! И мы наконец-то смогли разжечь костер, потому что до этого у нас мало что получалось. А я хожу с ложечкой. Я сейчас буду повелевать огнем. Пусть звонят. Да пусть звонят. Нифига. Довольная, бля. Трава буду сбавиться. И чё? Короче, лайфстайл блог, лайфстайл лайф. В общем, блог продолжается. Мы жарим сосисоны на полу таких углях. Злата жрет, шучу, она нанизывает на шампуры. Ленка танцует. Дольче и Габбана. На фоне закаты, давай. Тю! Я видео снимаю. Вот так вот жарится моя. Да, будет еще хуже на самом деле. А ты нанизывательница моя. Это наш мусор, тарелочки, все такое. А это сосисоны. Вкусняшка. Короче, ставила я такая телефон на зарядочку. А мне говорят, Жуль, у тебя же сосиски пенятся. Ужасно сейчас. Вот вообще какая палаточка, кстати, наша. Ух, неудобно-то как. Жёстенько, жёстенько. Надо торопиться, а то... Что вы мне врете? Потому что я их забрал. Вот ты молодец какой. Вот эти, кстати, вот хорошечные. Сосисоны. Пожаренные. Муа. Муа. Алена, сделай. Муа. Сделай, Злата. Муа. Муа. Это моя шампура в землю втыкается. А эти вот чай. Давай. Чай. Муа. Ой. Муа. Выбрали самое лучшее место, чисто. Вот наша палатка, вот скач, вот наш стол, озеро. Шикарно. Где там папа? А чего вы знаковых снимает вот. Коля ку-ку. Меня на танцпол.
Давайте подвигаем.